пришла сейчас вот сюда. Это водонапорная башня была когда-то. Она снабжала весь город водой. Потом это была тюрьма. И знаменитый Котовский отсюда бежал. И сейчас это музей города. Вот я сейчас на нее попробую зайти и пойти. Такие крутые лестницы винтовые. Так и осталось. Пойдем дальше. Так и осталось еще. Крепость. Такие стены крепостные. Окна. Тут такие. Тут такие стены. Поехала даже наверх. Сейчас наверх я поеду. Ну так. Так вот лестница. Круговая. И наверх. Сам наверх идем. Или почти наверх. Где вот тут проходим? Вот это какие стены. Я думаю, что все это было в решетках. Это, наверное, была камера тоже. Ну что, надо будет подниматься наверх. Там еще люди разговаривают всякую чепуху. Сейчас посмотрим, чтобы не записаться. Еще выше, на самый верх. Поднимаемся. Там где-то показать. Кассетный магнитофон. А это видеоаппаратура. Киноаппаратура. Добрались на самый верх. Сейчас еще выйду. Выхожу на смотровую площадку. Это университет. Это вот на озеро, вот там вышка. Сейчас пройду по кругу. Центр. Вау, это все построили, это такое. Какую-то красоту отгрохали тут. Так.
пошла. Там озеро. Вот озеро. Башня. Ну что, здесь вот на башне, на самом верху я нахожусь. Башня, вот крыша, небо, крыша. Таки все. Очень хорошо, обожаю это место, обожаю центр города. Здесь прошло детство мое. Очень так хорошо здесь, вообще невероятно. Не совершенно не хочется уходить. Ну, ладно. Пойдем дальше, к следующему.